zijn nu onderweg naar de Russische grens. Ook vlak in de buurt van Tsjernobyl. En er staan in de bossen bordjes van radioactiviteit. Dus zolang we op de weg blijven is het goed. Zodra we het bos ingaan, dan mag je je schoenen in de prullenbak gooien. En hier zie ik een Russische vlag. We gaan even kijken of dit de grens is. Bij dat, waar je die klokken ziet, dat is Rusland. Bizar. Normaal zijn dit de Russische grenzen, de best bewaakte grenzen ter wereld. En hier rijden een auto zo eroverheen. Ja, zeg maar wat ook van de banden natuurlijk tussen Wit-Rusland en Rusland. Het is vandaag een feestdag in Wit-Rusland. Ik zie ook die banner hier achter hangen. Er staat op de dag van de vereniging van Rusland en Wit-Rusland. Спрасникам, кстати. Ну, спасибо. Вы можете, что это за праздник сегодня? Так а сегодня, это вчера был день смеха праздник. Вчера, 1 апреля. Вчера, но... Вчера, да? 1 апреля, да. А это как, это какой день? Ну, как типа... Ну, кого-то надо подколоть в этот день, вот так вот. Ну, вот такой день называется, да. Ну, там на бендере написано «День единства Беларуси и России». Ну, сегодня, ну да, вот сегодня. Ну, я не посмотрел даже, что там есть. Ну да, единство, да. День, ну да, 2 апреля, все правильно. Сегодня какой-то праздник. Да, день объединения. Да. Россия и Беларусь. Ты тоже хотите, как ну, было, в принципе, как империя? Ничего плохого нету в этом, нормально. Как бы вроде все хорошо, слава богу. После Крыма ваше мнение не изменилось? Нет, конечно. Крым на родину вернулся. Mm-hmm. Я за это, я только за. Ага. Все, счастливого. А куда тогда ориентация? Европа или Россия? Центр. Центр, да. Окей. Okay. Все, счастливо. Ну, да. Как вам наша погода? Очень. Вы очень по-русски нормально понимаете? Да, 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 ну чуть-чуть. Russian good. А вы по-белорусски говорите или по-русски? По-русски. Russian. Потому что есть люди здесь, которые тоже по-белорусски говорят. Ну, это так сказать, как вам сказать, блин. Сельский язык, village. Куда надо смотреть Беларусь? На запад, на восток, оба? Ну, это самое, наш народ, как бы, он себя все время рассматривает, как, даже как, наверное, не только как белорусский, у нас такого нету понятия, ну, кроме некоторых личностей, да, которые, что вот мы только белорусы, мы никого не хотим слышать. Мы себя считаем как братские народы, вот, ну, мы рядом же все живем, да, угу. Нормальные взаимоотношения, у нас же границы даже открыты, у нас нету даже таможенной да, проверки мы видели, с Россией. Да, вот. Мы там проезжаете снимали, свободно. Все. Вот. А ваше мнение о России не изменилось после Крыма, эти случаи? Россия? Да. Территориально, конечно, она изменилась. Да? Не, ну территориально, территория что увеличилась. Ага. Вот. Ну а политика? Политика это ж такая вещь, вы же понимаете, она на месте никогда не стоит. Угу. Мы даже не можем предугадать, что будет завтра. Пусть великий. Ну тогда, счастливого вам пути. Окей, как спасибо. Как говорят русские, ни гвоздя, ни жезла, по-моему. Чтобы гаишники, автоинспекция, чтобы у вас все было хорошо. Окей. Вот. Спасибо. Всего доброго вам. Спасибо. Всего доброго.
Moskou, vlakbij de Wit-Russische ambassade. En dat was heel grappig, in de ambassade zat een klein schoenenwinkeltje. Volgens mij de enige ambassade ter wereld met een schoenenwinkel. En dat komt omdat de schoenen van Wit-Rusland ontzettend populair zijn in Rusland. Dat was in de Sovjet-tijd al zo. En ze worden nog steeds gemaakt, onder andere hier, in dit enorme gebouw. Мы хотим узнать, как черта характера белорусские. Наверное, с русскими очень похожи. Добрые, отзывчивые, так думаю. Угу. Гостеприимные. Очень уютный город. И меняется он с каждым годом все лучше и лучше. Он цветет, он расцветает. Изумительная чистота. Вот мы с утра едем на работу, улицы уже блестят, все зеленое, все красиво. Летом очень красиво. Вот. Город очень красивый. Стабильность самое главное у нас. Угу. Зарплата 2 раза в месяц. Угу. Сбоя за 20 лет ни разу не было. Гарантирую. Очень стабильная страна. Да. Очень замечательный у нас народ. Открытый, доброжелательный, гостеприимный. Поэтому в Беларуси проблем нет. Но у нас трудолюбивый народ, будем так говорить. Народ очень любит трудиться, как бы, и любит поддерживать порядок. Это сотрудник? Это сотрудник, да. Сотрудник. Achter de camera staat nu een mannetje die zegt niet waar hij vandaan komt. Hij zegt dat hij hier niet werkt, maar hij doet wel telkens alle deuren open. Heel wonderlijk. Als je de mensen in de schoenenfabriek moet geloven, is Wit-Rusland een eiland van stabiliteit. Dat klopt misschien wel, maar dat gaat gepaard met een dictatuur. Met als kloppend hart het paleis van president Lukashenko. Daar kan ik natuurlijk een heel verhaal ophangen dat Rusland een dictatuur is en dat de journalisten in de gevangenis zitten en dat Lukashenko al sinds 1994 aan de macht is. En dat wij worden achtervolgd en lastiggevallen. En dat is ook allemaal wel zo, zoals nu ook. Здравствуйте. У нас есть аккредитация. Это голландская съемочная группа. Будьте любезны. Но, aan de andere kant, is het ook wel gewoon goed geregeld hier. Het is een schoon land. Alles is in orde. En zowel van de kant van Rusland. Здесь снимать нельзя, уважаемые. Нельзя? Нет, нельзя. Oh. Nou ja, misschien ben ik toch een beetje te positief over deze dictatuur. Administratieve... Nou, hier mogen we wel staan. Ik wilde eigenlijk een heel positief verhaal over Wit-Rusland ophangen. Dat het wel meevalt met die dictatuur, maar zo is het dus ook weer niet. Maar toch, dit land heeft het wel goed voor elkaar. Je moet je voorstellen dat het zit midden tussen Rusland en Europa. Het is natuurlijk heel verleidelijk om zo onderdeel uit te maken van Rusland. Maar daar zorgt Lukashenko voor dat dat niet gebeurt. Het is ook heel verleidelijk om onderdeel uit te maken van Europa. Maar ook dat gebeurt niet. Oh, er komt nu een politieagent. Извините, а мы слышали, что мы могли снимать здесь? Oké, we moesten dus ietsje verder nog van het paleis vandaan gaan staan. Aan de ene kant heb je Rusland natuurlijk, waar door privatiseringen de oligarchen aan de macht zijn gekomen. Aan de andere kant heb je Oekraïne, Georgië, die door revoluties heel erg instabiel zijn geworden. En dit is eigenlijk een soort van baken van stabiliteit. MUZIEK.
Des te wonderbaarlijker is het dat Wit-Rusland werd opgeschrikt door een aanslag in de metro van Minsk in 2011. 15 mensen kwamen hierbij om het leven. Здравствуйте. А вы не знаете, почему здесь памятник? Это когда-то был тут теракт. Ага. В Франции был теракт. Ага. Поэтому вот это... Понятно. Знак. А известно, кто это делали? Так словили за два дня. Да? Это сказки. Конечно, сказки. За два дня не словишь. De aanslag viel precies in de tijd dat het economisch slechter ging door de kredietcrisis en mensen de straat op gingen om te protesteren tegen Lukashenko. Gelijk zijn er twee jongens opgepakt en die zijn geëxecuteerd. De doodstraf bestaat hier nog in Wit-Rusland. Maar het is niet helemaal duidelijk of zij het ook daadwerkelijk gedaan hebben. За то, что якобы они здесь сняли это. Я садистов в это не верю. Нет? Что это явно израильтяне. Потому что там было подрихтовано так, что не похоже, что это явно. Ага. Ну тогда кто это бы делал? Это фотки. Это Таня, Женя, дочка моя с зятем. Дочка, да? А сколько лет? Дочке разница? 20, 2 года. Два года. А как их отношения были? Прекрасные. Да? У них как-то общие интересы, и друзья, и секреты. Да? Да. Да. А ругали, не ругали? Потому что я постоянно ругаюсь. Ну, как бы, да такого у нас как-то не было. Ну, нормально. Может быть, между собой, во всяком случае, при мне они никогда не ссорились, да. Но я не старалась там выяснить, кто прав, кто виноват, я наказывала обоих, поэтому они при мне никогда не ссорились. А Влад старший? Влад старший. И это Влад? Это Влад. Да? Это Влад. Ага. Это Влад. Так. Когда... Было объявлено о том, что Влада уже нет. К нам приходили, вот лежат цветочки возле подъездов, то есть уложили на крыльцо. А те, кто приходил к нам, то, вот эти КГБисты, которые караулили нас, они людей не пускали. Ага. То есть были такие случаи, что они просто задерживали, как бы внушали, что нельзя этого делать, и вот, ну, люди все равно приходили. Тогда 17 числа и в Минске на станции вот, метро Октябрьская были портреты Влада. КГБ всех задерживали, но все равно люди выходили и писали 15+2+17, то есть плюс к тем жертвам, которые погибли в метро, еще добавляли Влада и Диму. То есть получается уже реальное число 17 человек погибло. Да. А вообще, Владислав, какой он был? Ну, с друзьями, с товарищами. Он очень был добрым, общительным мальчиком. То есть он занимался рекламой, озвучал фондовый рынок. То есть у него были на будущее планы. Но на тот момент, 2011 год был очень... сложный и по политической, и экономически. Ну, вот, на фоне вот этого Лукашенко нужно было как-то людей отвлечь от всех этих проблем. Вот. И здесь, значит, взрыв. А что вы думали, кто это
делали? Ну, делают у нас, я так думаю, это спецслужбы. Это мое такое мнение, потому что, вы сами понимаете, даже то, что озвучило следствие, взрывное устройство, невозможно сделать ни обычным парням, ни самоучкам. То здесь это реально делали люди, которые понимают, знают о взрывном деле. Вот их взяли 12 апреля, и уже с утром уже было в 5 часов получено признание. Mm-hmm. Поэтому это не дни. Их прессовали, да, их били всю ночь. То есть над ними издевались, и тем самым они признались. То есть, вы понимаете, еще когда длилось следствие, уже были награждены люди, которые вот, ну, в частности, швед, который был руководителем следственной группы, он получил и звание, в числе и Федорцов судья, и в том числе вот совсем недавно был награжден Воронин, который был следователем у Владова. Понимаете, это уже говорит о том, чей это был интерес. Я попрошу, дайте. Нам еще. Я как бы не думала, что это будет 11 марта. Я думала, у меня еще в запасе хоть какое-то время есть. К сожалению, они все это сделали быстро. Тоже неожиданно. Для нас, да. Для нас, да. Что потом они делали с телом? Никто не знает, что они делают с телами людей, которых расстреливают. Никто. Об этом они не говорят. Вы его видели после наказания, когда он умер? Нет, он нас приводит в исполнение. Родственникам вообще ничего не говорят. Они же сразу после приговора уничтожили все улики, то есть как бы следы свои зачистили. Но остались люди. Op het eerste gezicht lijkt Wit-Rusland een opgeruimd land. En zoals wel vaker bij opgeruimde landen, wordt de schone schijn met harde hand in stand gehouden, zonder al te veel rekening te houden met de bevolking. Zo is Lukashenko op dit moment, vlak bij de grens met Litouwen, bezig met het bouwen van een nieuwe kerncentrale met behulp van de Russen. Niemand weet precies waarom. Деревня называется вообще? Деревня Бобровники. Это деревня, да? Ну, или... В смысле как, или что? Ну, сколько людей здесь живут? Людей? Ну, человек 60 где-то есть. А, 60. 60 человек. Ну, уже люди пожилые здесь. И уже один деревенька. Магазин? Один есть. Магазин. Хватает одного магазина. Это хорошо для вас. Все придут сюда. Да, конечно, все приходят весело. Собираются, вот когда хлеб особенно людей много. Ага, понятно. А сейчас строится как-то станция здесь? Строится? Строим станцию, свет будет бесплатный, говорили. А, ну это хорошо. Это хорошо. А что вы думаете? Судьба есть судьба. Да, если будет все хорошо, будет... Надеемся, будет все хорошо. Все-таки надо где-то строить. Везде люди живут. Угу. Ну, как ваше мнение? Мнение? Ну, как? Ну, надеемся, что все хорошо будет. Это работа, но на самом деле вот это сейчас... тоже опасно. Ну, опасно. Работа вот людям сейчас есть тоже, например. Ага. Дома строятся. Вот Островец, город стал уже большой. Ага. Людей много приехало. Ага. Россияне там... Ну, не знаю, украинцы, наверное, тоже, наши работают. Это хорошо. Ну, покуда что, не жалуемся.
Zo'n 30 jaar geleden ontplofte de kerncentrale bij Tsjernobyl, vlakbij de zuidgrens van Wit-Rusland. De wind kwam uit het zuiden en daardoor werd Wit-Rusland zwaar getroffen door een radioactieve wolk die over het land trok. 60% van het land is nog steeds vervuild met radioactief materiaal. En nu bouwen ze een kerncentrale net in het gebied dat niet besmet raakte. In dit gebied wonen veel vluchtelingen uit de radioactieve zone. В Исаме тоже из этот, ну, как возле Чернобыля. Да, да, да. Мы там раньше жили. Ага. Ну, в Гомельской области. Ага. Раньше жили там мы. А после аварии да, сюда переехали сюда. Сразу после аварии? Нет, мы переехали в аварию, было в 1986 году, ага. А мы переехали в 91 году. В 91? Да. А, окей. Почему решили переехать? Ну, потому что дети малые были. Так, просто боялись за детей. Ага. Что, думаю, тут место чистое, вот сюда и переехали. Сейчас думаю, рядом здесь строят новую станцию, да? А сейчас новую строят. Новую. Короче, но как... это не ирония, да? Короче, свои удрали, это Чернобыльская, а тут другую приехали строить. Да, да, а тут другую строят. Да, вы не боитесь, что не будет случиться там? Ну, нам-то бояться нечего это самое. Ну, говорят, что надежно будет, а как оно дальше будет, говорит... Ага. Время покажет, угу. Что она дальше будет. Ну да. Ребята, то, что я пережил, ну, нежелательно. А то, что она строится, ну что же, от меня это ничего не зависит. Угу. Может быть, она и хорошо. Может быть, она и нужна, эта станция. Угу. Потому что мы бульбаши, я кажусь, без... света и тепла. Ну, не знаю. Понятно. Да. Если такой уровень, как они говорят, защиты, так ради Бога, ага. Пускай она строится. Только чтобы, дай Бог, все хорошо. Да. Чтобы не воевали, не ругались друг с другом, а наоборот, приглашали гости. Это вот, вот такое мое мнение. Я не знаю, что вам больше сказать. И у вас нет проблем осталось от радиации? Ну, как все, я уже как пенсионер, у всех, у болячки все своих есть. Ну, я же не могу сказать, я же не доктор. А чего я, ну и как? Ну, есть немножко, конечно, да. Ну, хотелось бы, кажется, лучше, но не 60, ну это... Я думаю, что вы очень хорошо выглядите. Ну, неплохо выглядишь, да. Хотя Чернобыль этот пережил, да, да, да. Дождь да. Этот чернобыльский пережил, да. Это все, все видел. Да. Все видел на глазах. Да. Ну, извините. Ладно, ничего. Мне спасибо. На работу надо бежать. Ага, до свидания. Dan kan ik me dus één ding voorstellen, dat je dichtbij een kerncentrale woont en niet begrijpt wat de gevaren zijn. Maar deze man, die woonde naast Tsjernobyl, die is verplaatst naar een andere stad. Nu wordt er een nieuwe kerncentrale gebouwd en het kan hem eigenlijk niet zoveel schelen. Die apathie van Russen, of in dit geval Wit-Russen, is toch echt wel grenzeloos vaak. Ik begrijp het echt niet. De bewoners van Ostrowets wachten lijdzaam af. Maar er zijn uitzonderingen. Kerngeleerde Georgi Lepin woont in Minsk en ging direct na de explosie in Tsjernobyl naar de centrale om te helpen. Здравствуйте. Здравствуйте. На ступеньку нельзя, да? Да можно было и не снимать. А, нормально. Мы привыкнули. Да. Каким образом вы участвовали в Чернобыле? Сам поехал. Сами, да? Да. Добровольно вы? Добровольно.
там, когда население ушло, бросили дома, а в домах большие сады. И мы там в этих садах собирали фрукты. Любые, начиная от яблок, кончая ягодами, там, виноградом, чем угодно. Оказалось, что эти фрукты практически чистые. То есть у них корневая система глубокая, а там чистая. Вот каждый раз, когда ехали со станции в Чернобыль, ну, на ночь, высаживались из автобуса, шли каждый в свою, набирали этих фруктов и ели. Может быть, благодаря именно этому многие из нас выжили. Давайте найдем. Вот. Ага. Это дозиметр. Да. А что там? А как известно, если опасно или а нет? А его вставляют в прибор. Ага. И прибор показывает, сколько набрано. Угу. Его перед началом обнуляют, угу, дают чек, в карман его прячет, угу, и идет. Карандаш назывались. Как-то мы перед очередной годовщиной, это уже лет 5-6 тому назад, угу, было, мы собрались несколько человек, ученых, и подумали о том, не создать ли нам такое общественное движение, ученые за безъядерную Беларусь. Он, выступая где-то в Могилевской или в Хойниках, тут же сказал, что это не ученые, это бандиты от науки, это враги белорусского народа. Но зачем нужна ли вообще атомная станция Беларуси? Она не нужна, она вредна. Россия дает эти деньги и контролирует строительство. И уран тоже из России. Все, конечно. Здесь совершенно четкое положение. Кто построил станцию, тот обеспечивает ее топливом. Другого варианта нет. Поэтому, когда у нас пытаются говорить, что вот видите, мы сейчас от России зависим, нам газ, нефть мы оттуда берем, так вот мы хотим быть независимыми. Это глупость. Это еще большая зависимость. Вот когда задается вопрос, для чего строится станция, то тут несколько может быть вариантов. Один вариант. Строится для того, чтобы обеспечить нас самих электроэнергией. Один вариант. Для Беларуси эта станция не нужна. У Беларуси сегодня есть полное обеспечение электроэнергии за счет своих станций. Второй вариант – строить для продажи. Расчет был на то, что эти две станции обеспечат электроэнергией Прибалтику и Польшу. Но когда эти страны вошли в Европейский Союз, они вдруг решили перейти в систему Европейского Союза. И они между собой обмениваться энергией не могут. Угу. Третий вариант. Строить для того, чтобы сделать атомную бомбу. Угу. И еще есть один вариант. Строительство атомных станций отличается одной интересной особенностью. Там очень легко воровать деньги. Угу, почему? Такой большой. Почему? Во-первых, большой объем. Во-вторых, у атомных строек всегда цена растет по мере строительства. Вот начинают строить, говорят, будет строить 5 миллиардов, кончают 15 миллиардов. Так вот, когда цена постоянно меняется, очень легко жульничать. Угу.
Op zich wordt de oppositie van Wit-Rusland onderdrukt. Het is niet mogelijk voor hen om te demonstreren. Maar één keer per jaar mogen ze de straten. En dat heeft te maken met de dag van de onafhankelijkheid van Wit-Rusland in 1918. En dan lopen ze rond met de oude vlag van Wit-Rusland, de rood-witte vlag. Eigenlijk was die om 6 uur 's avonds georganiseerd. Maar een paar dagen van tevoren hebben ze die vervroegd naar 3 uur 's middags. Waardoor er maar eigenlijk een paar honderd man meelopen op dit moment. А почему в Гаг? В Гагу? В Гагу, а там же суд международный. На колесо Вильно все отбудется. Или снайперы. Или снайперы на нем. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Можете сказать, почему вы здесь на марш? Ну, выражаем солидарность, независимость, ну, граждан, которые за независимость нашего государства от пророссийского режима, можно сказать так. За интеграцию Беларуси в состав Европейского Союза. 6 часов? Да. Да. Час люди собираются около Академии наук. Извините, можно вас на минуту? Это голландское телевидение. Вы сказали фашисты, почему они... Я не хочу, чтобы здесь политика Украины шла у нас в Беларуси. Не хочу. Потому что я с ней не согласна. Там антифашисты, эти бандеровцы, я с ними не согласна. Они убивают просто так мирных жителей. И здесь хотят это продвинуть? Нет. Я с этим не согласна. Я здесь живу, работаю. Нет. Я против этого. И Путин хороший этот, российский президент. Я против этого. Потому что, в принципе, люди в Беларуси, они как в ориентации больше к России или к Европе? Это сложно понять. У нас, да, у нас складано с этим в Украине, потому что так история сделала, что, конечно, шмат связи у нас и было тиску на Беларусь, да, с боку русской краины, так отбылося, да. И, может быть, это справа с вышки зараз шматлікія люди размовляют по-руску. Хотелось, как все те, кто размовляет по-руску зараз, ну, зрозумели, что есть так само и белорусская мова. Ваши друзья, они согласитесь с вами или они против, или, или пополам? Вы видите, вы попали в такую вельми больную кровку. Вельми шмат людей были неяк так уздыблены тем, что як вы начали разговаривать по-белоруску, что теперь будет, вот, да, они турбовались, и, ведаете, мы их разумеем, але все ж таки мне здається, что, коли, ну, эта позиция сердца, как у нас было, они потом побачили, они спочатку вельми хвалювались, вельми боялись, а потом, коли побачили, что мы абсолютно адекватные, да, мы не идем ничего громить, забивать, мы за соправдное, мирное квітнення нашей краины. Режим, подей, еще отродится. Да, но решение у нас на русском. Як весна прийде після зими, так і Білорусь очуняє. А поки диктатура, то от плач судовно, патріотично все. Але ж не в гетам причина. Причина в окупації. Окупація, духовна окупація, страшенна з'ява. Terwijl de eigen identiteit langzaam wordt teruggevonden, letten de Wit-Russen goed op wat er allemaal gebeurt in buurland Oekraïne. Velen zijn solidair met de Oekraïners die de Russische bemoeienis te verduren hebben gekregen. Een aantal van hen trok zelfs naar de Maidan in Kiev om te demonstreren tegen president Janukovic. Een van hen is Andrei Strizhak. Een vriend van hem overleed tijdens het protest. Такое тихое место. Да, да, да. И вот они такую большую ограду поставили, потому что это уже подготовка к тому, что здесь вся семья ляжет.
Ну, у нас есть такая традиция часто среди, особенно выходцев из деревни, класть мертвых рядом. Tijdens de rellen werd Michail Silevski, een Wit-Rus die demonstreerde op de Maidan, doodgeschoten. Vrienden brachten zijn lichaam terug naar Wit-Rusland. Что местные люди думают о Михаиле? Единственное, что, конечно, уже сейчас это такая одиозная ситуация, учитывая то, что очень многие сторонники так называемого русского мира, ну, такие пророссийские, проимперские активисты, они выставляют его как каким-то бандитом таким, вот, ну, который... Фашист. Фашист, да, да, нацист, убийца. Ага. И иногда здесь бывают неприятные инциденты, приезжают, тут оскверняют могилу. То есть вот венки, например, вот видите, там это не просто так порвано. То есть эта ленточка сине-желтая, она была разорвана и валяла здесь. Вот, его там провожали, конечно, как героя, потому что для Украины, он для той Украины, которая борется за свою независимость и стоял на Майдане, он, конечно, герой. Угу. В Беларуси вам так не скажут однозначно. Не герой. Не скажут однозначно. А, Андрей, ты и сейчас думаешь, что Майдан был хорошая идея? Если вы сейчас... Если бы провернуть фарш назад, да, говорится, да? Тебе мне сказали, что в твоей стране могут произойти изменения путем вот такого вот действия, которое привело к кровопролитию, то я бы, наверное, сказал бы на это, что давайте, ребята, договариваться как угодно, но только не убивать друг друга. Немножко другая специфика. Государство здесь более монолитно, и оно тоже попадает во многие собственные западни, которые само себе построило. Например, вот этот курс на интеграцию с Российской Федерацией, когда сейчас возникает ситуация, что в России такая имперская агрессивная политика, направленная на инкорпорирование соседей в себя, грубо говоря, то у Беларуси особо нечем и крыть, потому что мы все эти 20 лет выстраивали, 25 лет выстраивали отношения таким образом, что это типа старший брат, что мы все время там вместе, что нет никакой особой разницы. А когда возникла ситуация, что разницу нужно подчеркивать, оказалось, что ее черпать негде. Ага. Что люди смотрят российское телевидение, люди во многом думают, как... диктует российское телевидение, которое далеко от СМИ уже ушло. Все, это уже пропаганда, это, пропаганда, это, да, информационные войска. И люди подвержены этому всему. Очень многие мои знакомые, адекватные, нормальные ребята, которые в такой жизни, как бы в обыкновенные, абсолютно, ага, вменяемые люди, они подвержены этой пропаганде. Я с ужасом на это смотрю. Каждую неделю вы едете? Да, мы планируем делать раз в две недели этот маршрут. Это первый наш заезд, то есть, ага, это пробный. Ага. Как это будет получаться, еще пока не знаем, но посмотрим. Ага. Юля? Да. Добрый вечер, Стрижак беспокоит. Добрый, восьмой этаж. Не в квартиру, здесь просто. Привет. Здравствуйте. Это что? Так, в общем, это здесь обувь и верхняя женская. Женская, окей. А здесь все до года деткам. О, отлично, супер. Британичка. Здравствуйте. Витаю. Это все вещи в Украину, да? Да. Да. А почему вы решили? Ну, потому что нужно помогать тем, кому плохо. Они нам тоже, я думаю, помогут. Мы общаемся, очень дружим со всеми украинцами. Желаем скорейшей победы. От них зависит и наша судьба, в принципе. И много там наших ребят, поэтому мы вместе должны быть, помогать друг другу. Ну, хорошо. Одежды, да? Да, ну да, чем можем, вот стараемся, передаем всегда вот что-то. Вот. А, и тут еще перчатки эти, вот здесь... Хирургические, это из больницы. Окей, хорошо. Хорошо. Это стерильные или вот? Да, это стерильные, это из больницы прямо. У меня знакомый с пионером. А, ок, супер. Из хирургического отделения, хорошо, поэтому хорошо, то, что надо. Хорошо. Да, это шикарно. Это шикарный дом. Да. Сейчас мы подождем, потому что человек должен выскочить.
А эта девушка, которая отдала эти сумки, она сказала, судьба Беларуси зависит от судьбы Украины. Есть такая мысль, что то, что сейчас происходит в Украине, может, к сожалению, быть реализовано и в Беларуси. Причем как бы немножко по другим сценариям, это скорее можно ожидать крымского сценария, когда будет пройден какой-то или референдум, или еще что-то такого плана о вхождении в состав Российской Федерации. И сложно сказать, будет ли тут какое-то организованное сопротивление этому моменту. Может и не быть, а может и быть, потому что люди разные, люди по-разному настроены. Я думаю о том, что от судьбы Украины зависит судьба Беларуси в том плане, что если там удастся современному российскому правительству реализовать свою агрессию, то ничто его не останавливает от реализации агрессии в других местах. Так. Вот видишь, люди самого разного достатка. Да. Помогают. У него другие. Так, все, вещи есть? Да, да? Все, мы загрузили. Все, хорошо. Еще раз пока. Спасибо, хлопцы. Удачи. Счастливого пути. Пока. До свидания. А если есть некоторые тут умники, считающие, что белорусская земля – это часть, ну, как они говорят сейчас, русского мира и чуть ли не России, забудьте. Кто помышляет о том, что нет такой страны Беларусь, не было там и так далее. Не было, а сейчас есть. И с этим надо считаться. И мы свою землю никому не отдадим. Это моя задача. Как она ни трудна и тяжела, я ее решу. Я выполню свою миссию, чего бы это мне не стоило. И за моей спиной стоят сотни тысяч таких людей вооруженных. Na vele miljarden en vele jaren zal de kerncentrale van Ostrowets er misschien ooit komen te staan. En dan is de vraag, wat gaat Lukashenko er dan mee doen? Dat de Russen er hun expertise komen brengen is zeker. De vraag is wat dat betekent, zo'n 20 kilometer van de grens met Europa. Thanks for watching the video. You can of course look at the next episode. Or you can look at the other recommended series, and don't forget to subscribe to our channel.